Мы – это то, что мы потребляем, мы состоим из тех физических элементов, которые мы потребляем из окружающей среды, и мы точно так же состоим из интеллектуальных мемов, как их назвал Ричард Докинс, элементов, которые мы потребляем из информационной среды. И дальше получается, что нас формирует все более и более упрощающаяся, примитивизирующаяся медийная среда. Вот. И мы можем сколько угодно думать про критическое мышление. Вот. Я, к сожалению, вот здесь с Ариной не соглашусь. Боюсь, что мало кто про это думает на самом деле. Вот. Но те, кто думают, они должны понимать, что одной силы воли какой-то метафизической или какого-то одного такого мировоззренческой установки недостаточно для того, чтобы сохранять критическое мышление и действительно развивать свои подлинные, такие глубокие интеллектуальные функции. Вот.